Здравствуйте все, кто смотрит YouTube канал Планета Дзюдо. Я Роман Карасев, и мы продолжаем наши небольшие видеорепортажи, как проводить можно тренировку и отрабатывать приемы с помощью вот этих замечательных тренажеров, борцовских манекенов, переоборудованных для занятий дзюдо. Вы видите, на них специально одеты кимоно для дзюдо, что позволяет улучшить качество тренировки. Итак, сегодня я покажу вам, как можно с помощью вот такого борцовского манекена выполнять прием, который называется подсад голенью. И два вида этого подсада голенью. Давайте мы разберем, да? Конечно же, вариаций много может быть. Ну, я покажу те варианты, которые, на мой взгляд, точнее, не на мой взгляд, а которые мне более интересны. А вы можете, кстати, что-то придумать и свое, какой-то добавить свой элемент. Как говорится, дзюдо, оно не останавливается вот как-то в одной чашечке, да? Надо расширять, развивать, не обрубать техники, а наоборот их увеличивать, увеличивать, увеличивать. Таким образом мы развиваем свое мышление, становимся лучше, совершенствуем себя. Итак, нет, вот развернусь в эту сторону. Когда делается прием подсад голенью, ну, вариантов много. В какой момент? И зачастую бывает, когда партнер берет за ногу вас, и из этого положения, когда он наклонился и пытается вас взять за ногу, да, вы можете провести подсад голенью. Смотрите, как это выглядит. Ну, я сейчас, так как у меня манекен, он не может меня брать за ногу, поэтому я с захвата классического, воротник в руках, перехожу в захват на поясе вот здесь. Видите, я не с этой стороны взял за пояс, а со стороны руки. Вот отсюда прохожу, беру за пояс. Вот у меня правосторонняя стойка. Теперь эта рука у меня может держать вот здесь захват за рукав, а может пойти под мышку, вот ему сюда, под руку, вот здесь я беру. И с этого положения я делаю шаг в сторону вот сюда и сразу же начинаю ложиться. Оп. И отсюда я перехожу на сайку, не меняя захват. Давайте еще раз посмотрим. Вот у меня правосторонняя стойка и захват правосторонний. Отсюда я ухожу за пояс. Рука идет, прихватывает вот здесь. Нога. И я перехожу на цепку. Или так, или вот так. Так, мы поправим нашего помощника. Давайте еще посмотрите. Сейчас я поменяю стойку. Я рекомендую делать и в левую, и в правую сторону, чтобы у нас гармонично развивались, да, две стороны, не было перекоса. Это очень важно, мы же хотим быть стройными. Итак, раз, взяли за пояс, под руку, шагаем и сразу же ложимся и затягиваем его сюда, и переход на сайкоми. Варианты могут быть, еще раз говорю, скажу, разные. То, что я показываю, это не значит, что вот именно вот так. Кому-то вот так понравится, но самое важное здесь не
Вариант исполнения, а то, что я отрабатываю все приемы с помощью борцовского чучела, борцовского манекена, одетого в кимоно для удобства тренировки дзюдо с помощью манекена. Давайте еще раз покажу вот с этой позиции. Так, вот моя стойка. Правосторонняя. За пояс. Под руку. Так. И здесь фиксация с икон. Еще раз посмотрите. Я, видите, держу классический захват. Воротник, рукав. Здесь я перехожу за пояс. А отсюда я убираю руку, вот, прихватываю руку. Потому что держать так, он может руку начинать убирать, ну как бы. А так более плотнее захват. Можно, конечно, и с этим захватом. За рукав, вот здесь. То же самое. Я шагаю. Бросок и переход на икон. Итак, это у нас был прием под сабгоенью в японской терминологии сумигаэши. И еще один вариант покажу, когда мы захват берем не вот здесь за пояс, а берем захват вот такой. Вот видите, то есть я отсюда перехожу сюда. Вот такой захват. И здесь. И отсюда также я только не через себя делаю, а немного в сторону. Раз. Всегда могут дать оценку иппон, а продолжить технику лежа, зафиксировав асаикоми и доведя вазари до иппона, всегда полезно. Итак, вы смотрели варианты броска под сабгоенью с помощью борцовского манекена, переоборудованного для тренировки дзюдо. С вами был Роман Карасев. Занимайтесь дзюдо. И до скорых встреч. Так, приготовились. Окей. Увидимся.